Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня разберем с вами рывок протяжкой, или же рывок без подрыва. Данное упражнение имеет общие черты с рывковой протяжкой в низкий сет. Старт такой же, как в рывке классическом. При съеме не задирайте таз и удерживайте накрытие. После колен прижмите штангу к себе и перед тем местом, где вы обычно делаете подрыв, вытяните штангу, как в протяжке рывковой, примерно до солнечного сплетения. Затем резко делайте уход в низкий сет, как в рывке от паха. Данное упражнение лучше всего использовать опытным атлетам для разнообразия нагрузок и разгрузки центральной нервной системы. Рекомендую выполнять с весами до 60% от рывка классического, до 5 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Как всегда, оставляйте все свои вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. Всем здоровья и удачи на тренировках!